Без нарушений должно пройти самое обсуждаемое событие осени. Чтобы проконтролировать процесс подготовки к выборам губернатора, завтра в Иркутск приедут сотрудники Центральной избирательной комиссии. А уже сегодня мы готовы рассказать, какие результаты может принести единый день голосования. Бесплатные газеты – символ любой предвыборной гонки. За 10 дней до единого дня голосования читают их повсеместно, но не всех устраивает содержание статей. Именно на печатные издания чаще всего жалуются жители региона. В избирательную комиссию Иркутской области поступило 16 жалоб. В общем-то, не так много, но работа по ним ведется серьезно. Из этих 16 жалоб, большинство жалоб касается нарушений, по мнению заявителей, правил предвыборной агитации периодическими печатными изданиями. В большинстве случаев нарушения не подтвердились, только в одном случае редактор, главный редактор газеты был привлечен к административной ответственности. Любая информация в печати, на радио и телевидении уже не может повлиять на решение 304 жителей региона. Они сделали свой выбор. В труднодоступных населенных пунктах прошел один из 4 досрочных дней голосования. Все остальные избиратели региона смогут выразить свое мнение 13 сентября. И все же часть избирателей 13 сентября проголосовать не смогут. Это те, кто на момент единого дня голосования будет не на территории Иркутской области и не успеет воспользоваться открепительным удостоверением. Не успеют к избирательным участкам 13 сентября из-за хлопот на дачах и огородах. Ряд специалистов пугают низкой явкой на осенних выборах. Но данные Всероссийского центра изучения общественного мнения говорят об обратном. Специалисты этой авторитетной организации провели в Иркутской области исследование. Этот альбом – официальный отчет. Около 40% респондентов, а опросили более 1200 человек, планируют участвовать в выборах. СОМ задавал вопрос об отношении людей к самой процедуре выборов, насколько они честны в Иркутской области. Большинство считает, что выборы честны, а те нарушения, которые могут быть, вряд ли существенно повлияют на выявление волеизъявления большинства. Большинство участников опроса, кстати, уже определились со своими кандидатами. Если бы выборы прошли в ближайшие дни, то, по данным ВЦИОМа, результаты были бы следующие. Сергей Ерощенко чуть больше 61% голосов, Сергей Левченко почти 17%, Лариса Егорова около 13%, а Олег Кузнецов набрал бы почти 8%. При таком распределении сил выборы бы завершились в один тур. Что характеризует ситуацию второго тура? Небольшой, некратный отрыв лидера от его преследователя, напряженное проблемное поле, очень мощная протестная активность. Ничего из этой картины мы в Иркутской области наблюдаем. Наблюдать за тем, как будут проходить реальные, а не прогнозируемые выборы 13 сентября, будут сотни специалистов. Это и общественники, и представители партии, и полицейские. Но все же главное, чтобы результаты голосования устроили самих избирателей. А это произойдет, если большинство жителей региона придут на участки и выразят свое мнение. Антонина Махнева, Сергей Полянский. Новости по будням.